Владимир Пресняков рассказал, как чуть не расстался с Подольской. Жена артиста испугалась семейной жизни с ним. Владимир и Наталья Подольская вместе почти 20 лет. У супругов подрастают двое сыновей – 8-летний Артемий и 3-летний Иван. Их брак кажется идеальным, но так было далеко не всегда. В самом начале отношений Наталья испугалась и попыталась поставить точку в романе с певцом. Виной всему было то, что Пресняков злоупотреблял алкоголем. Владимир действительно не ограничивал себя ни в чем. «Я был далеко не святым, что я только не вытворял. Меня нужно было терпеть. Я все время находился с друзьями, мы все время пили коньяк и вино, и все время что-то мутили», — вспоминает музыкант. Приятельницы Подольской отговаривали ее от этих отношений. По их мнению, из него не получилось бы нормального мужа. Но певец смог взять себя в руки и доказать серьезность своих намерений.